Интернета. Я знаю, что подвисает. Ничего сделать не могу, сори. О, я знаю, что ты хочешь на Новый год. Попроси у Деда Мороза Wi-Fi роутер нормальный. Интернет, вернись, блин. Да реально бесит, пропадает. Что если я вот так буду снимать? Нет, слишком близко. Вот так нормально. Привет. Файроутер лучше цветов, отвечаю. Я согласна. Я же говорю, это по типу оплати мне коммуналку, но цветы мне не дари. Покажи сердечко. Вера, спасибо за розочки. Привет из Ереваны, привет с Молдовы. Спасибо за сердечко. Варвара — это Вера, я думаю, что Вероника — это Вера. Дела супер, как ваши дела? Смотрите, даже никто реально не спрашивает, а где ты вчера была, где ты позавчера была, почему 2 дня не вела стрим? Ты из Молдавии? Да. А где ты была? Да неинтересно, когда ты спрашиваешь. Интересно, когда спрашивают люди, которые им интересно. Ты знаешь... Вер, спасибо за ТикТок. Закидали подарочками. Спасибо. Пока. Макс, спроси, где она была. А все, Макс уходит. Позвольте его за ваше сердечко. Не советую. Где ты была? Ну, так неинтересно. Лучше расскажите, как вам мое видео новое. Где ты вчера была? Ну все, началось. Я вчера в кино ходила. На новые елочки.
Честно, мне вот как бы вроде понравился, но с другой стороны, как будто вот чего-то не хватает в этих новых елках. В Инстаграме? Нет, не в Инстаграме. Кстати, в Инстаграме вышло новое фото и новое видео, поэтому переходите и оценивайте. Кстати, так и не сказала, какой фильм смотрела. Ёлки, смотрела ёлки, попсовый фильм. Там просто снимался Добронравов, тот самый Сватов. Нет, я с Тирасполя. Супер видео. Спасибо. Вообще хотела записать кавер, где я играю, пою, но что-то у меня не получилось. Я на это потратила 1.5 часа. Опять же говорю, вот кажется видео, там 20 несчастных секунд. А знаете, как долго оно снимается? Я начала, было что-то около часа. И когда, ну, выставила я его уже ближе к 6. Все равно хочу воевать за твое сердечко, начнем с айфона. Супер, спасибо. Ведь иди теорию учи. Подожди, Макс, а ты что, его однокурсник? Вера, спасибо за розочки. Я все выучила. Могу вам помочь с теорией. Я это уже проходила. Ну и в баню эти айфоны. Не, ну их, знаете, какой-то важный инструмент в ведении блога. Макс. А, нет, это Марикс. Спасибо за календарик. А в баню с айфоном нельзя. Приветики. Айфон топ, согласна. Камера самая лучшая у айфона, кто бы что ни говорил. Вера, спасибо за подарочки. Спасибо большое. Все, зевать начинаю. Давайте, кто зевнул вместе со мной, признавайтесь. Блин, снова зевать хочу. Какой фильм посмотреть? Кстати, да, вот какой бы фильм посмотреть? Какой-то такой легкий. Может быть, новогодний, рождественский. Какой твой любимый рождественский списки? Фу. Какой твой любимый рождественский фильм, не считая «Один дома»? Кстати, я «Один дома» смотрела только один раз в прошлом году, первый раз. Привет, Соня. Да я не Соня, я не спала. Я целый день что-то снимала. Я не знаю, почему я сонная. Так вот, мы про фильмы говорили. Какой мой любимый рождественский фильм? Не знаю, что-то сейчас на ум вспомнилось. Это не мой любимый рождественский фильм, но называется «Отпуск по обмену». Там что-то с Рождеством связано. Прикольно.
Пока. Что ты делаешь? Стрим веду. Гринч Венсдей. Чё? Ты откуда? С Молдовы. Да, блин, снова эти лайты читаю. Кошмар. Так вот, какой же мой любимый фильм? Я снова не договорила. Так, рождественский. Я пытаюсь вспомнить, но мне ничего нового не приходит. Здравствуй, папа, Новый год. Тоже классный фильмец. Первый раз слышу. Сейчас. Я помню сами фильмы классные, но не помню, как они называются. А тебе, Лера, рекомендую посмотреть мультик Гринч. Я что, похожа на Гринча? Очень классный, добрый, теплый, сказочный. Я посмотрю. Спасибо. Я еще в прошлых стримах советовали посмотреть сериал «Отпуск». Классно играешь и поешь, как в школе. Сколько много времени прошло. Ого, ты что, знаком со мной со школы? Ну, сериал типа «Венсдей» пипец популярность, у него все реки в нем. А, это ты мне посоветовал, что посмотреть? Ё-моё, сори. Я смотрела «Венсдей», мне очень понравился. А «Гринча» не смотрела. Что вы, ё-моё? Мне кажется, «Один дома», но для тебя он, возможно, не настолько впечатлителен, как для детей 90-х. Ну да, я смотрела, но тоже не прям впечатлилась. Ну, прикольно. А я планирую на Новый год посмотреть. Спасибо за розочку. Вообще, какие у вас планы на Новый год? Где собираетесь отмечать? С кем? Я еще пока вообще не думала, хотя уже пора бы. Дома. Кстати, на сегодня как у вас с снегом дела? Все плохо. Я пытаюсь не смотреть на зуб, меня убивает, а твое лицо воскресает. Чем вас так мой зуб мне вам мешает? Все эти фильмы, песни, да даже елка, это все с Рождества, а не с Нового года. Но на самом деле, да. Расскажи, что снимала для нас сегодня. Видео новое в ТикТоке снимала и на Инстаграм. Ну, вообще, в первую очередь, для Инстаграма. Поэтому приходите, оцените. А вчера новую фотографию выставила. Турецкий, спасибо за турецкий кофе, за подарочки. Спасибо большое. Что вызываю? Ё-моё. Сегодня с интернетом все ок. Нет, он уже пропадал много раз. Но пока вроде горит зелененьким, значит все окей пока что. Давайте добьем 15 тысяч лайков. Фамилия, имя, отчество. Обойдетесь. Красиво, спасибо. Украсил уже комнату к Новому году? Нет, мне... Честно говоря, я даже не помню, где мои игрушки новогодние. А вы уже украсили к Новому году комнаты?
Ты нашла письмо в будущее? Нет, я его не нашла. Расскажи о своем любимом музыкальном произведении. Да, у меня нет любимого. У меня может быть любимое в какой-то определенный период времени, а потом мне начинает от него тошнить. Волшебная песня на пианино. Спасибо. Разве что только коктейлями Молотова. О чем вы говорите? Я уже каждый день считаю время до Нового года. Я в этом году вообще не считаю, потому что у меня сессия. Прямо перед Новым годом. Прямо в Рождество. Ну, видите, у нас нет такого праздника, как Рождество. У нас только Новый год. Это вот, как я же говорю, буквально недавно обсуждали, когда стрим только начался, что сегодня вот там матч по футболу Аргентина против Франции. И мне рассказывали, что в Аргентине дают людям выходной, чтобы они посмотрели футбол. Они настолько, ну, поддерживают свою страну и очень расстраиваются, когда они не выигрывают. Прям для них это трагедия. Я день ненавижу Новый год. Почему? Праздник волшебства и детства. Раздавайся, откуда цветы в магазинах. Ты не один. В смысле, Игорь, ты что, не любишь Новый год? Так вот, сегодня праздник празднуем. Перерождение Новой Святой Марии. С праздником. Добрый вечер. Всем привет. Цвет настроения красный. Нет, уже прошел. Но был, да, эти два дня. Что у меня и пост в красных цветах, и видео тоже. Вера, спасибо за розочки. Что лучше, христианский Новый год или китайский Новый год? А в чем разница? Кстати, интересно, вот какие блюда готовят на китайский Новый год в Китае? А подводить итоги и ставить цель на следующий год, я всегда люблю, это заряжает. Класс. Летучих мышей. Кстати, Игорь, тебе там Влад должен был уже отправить денежку. Я просто ему не успела ответить, потому что вышла в стрим. Нет, пока не отправил. Странно. Мне он скидывал какой-то скрин, я думала, это то, что он уже отправил. Конечно, он лоханется, если он отправил не тебе. Вы знакомы? Да. Папа дома? Нет, папы нет дома. Я люблю Новый год, всегда езжу по гостям. На 1 января уже днем еду с любимой папой, отхожу. Китайский — это новый уровень праздника. Большой карнавал он празднуется весне. Весной? Ничего себе, я не знала. Я, мы с ним не знакомы. Ну ладно, мы с ним не знакомы. Я его обманула.
Ну да, я говорю, жди Владимира. Какого Владимира? Уже 15 лайков. У меня пишет, что 12. Лера, отложи ручку. Не могу. Чате, походу, у каждого своя переписка. Реально. У вас же каникулы или еще учитесь? Ну, у нас сейчас сессия начинается. Как бы уроки, точнее, пары закончились, но экзамены, зачеты. Почему мне говоришь, что цветы подарил? Так я уже отвечала. Потому что сама купила. Ответь, еще я только зашла. С Кишинёва прислали. Привет. Всем привет. Классный букет. Спасибо. Мне кто-то пишет, что типа как это у тебя 12 тысяч лайков, что у кого-то уже 37 тысяч лайков пишет. У меня пишет 12,6 лайков, 12 тысяч. Слава прислал. Кто такой Слава? Уже 17 лайков. У меня пишет 12. Ух, это ТикТок. Шалит. Шальной. А, это зависло. Может быть. У меня пишет 37. 37 тысяч? Я вижу только 12,6 лайков. Я тоже вижу 12,8. Ладно, это не важно. Сори. У меня 17,2. Блин, это странно, у всех разное количество лайков. Значит, накручивает. А я... Нет, я вот пришел, и все равно 12,8. Уже 13,2. Лера, у меня грандиозная идея, что можно добавить на стримы. Что?